Вот столько у тебя будет потомства. Авраам обрадовался? Как он обрадовался? Ура, говорит. И пошел довольный в свой шатер. Проходит год, проходит два, проходит 10 лет. Злата. А наследника все нет и нет. А Сара, жена его, ходит и печалится. Что же делать? Злата говорит, что же делать? Что же делать? Где же наследник Авраам? Мой животик не рожает его. Что же делать? О, придумал! Придумала идею. Берет свою служанку и говорит Аврааму. Авраам! Говорит, Злата, Авраам! Ладно, говори! Тихо! Авраам, иди сюда, говори. Возьми мою служанку в жены. Пусть она тебе родит наследника. Авраам обрадовался. Сказал, молодая, наследничка, красивая.